Добрый день, дорогие друзья, с вами Алексей Навс. После провала наступления Украины и России в 2023 году сложилось мнение, что война в Украине зашла в тупик. Восприятие неопределенного, но статичного конфликта вызывает чувство усталости в столицах партнеров Украины. Если ни одна из сторон вряд ли добьется существенного прогресса, статус-кво выглядит стабильным и не требует особо срочного политического внимания. Однако такое восприятие этой ситуации глубоко ошибочно. И Москва, и Киев стремятся восстановить наступательную боевую мощь. Конфликты такого масштаба, этот процесс займет время. Хотя первая половина 2024 года может принести незначительные изменения в контроле над украинской территорией, материальные средства, подготовка личного состава и потери, потери, которые каждая из сторон понесет в ближайшие несколько месяцев, будут определять долгосрочную траекторию конфликта. Фактически, Запад сейчас стоит перед решающим выбором. Поддержать Украину, чтобы лидеры могли защитить свою территорию, подготовиться к наступлению 2025 года, или уступить безвозвратное преимущество России. Так начинает свою статью в журнале Foreign Affairs британский военный аналитик Джек Ватлинг, сотрудник Королевского института объединенных служб РУСИ, мозгового центра британских вооруженных сил. Итак, сегодня продолжим наш цикл, обращаемся к первоисточникам. Неопределенность в отношении долгосрочной помощи Украине рискует не только дать России преимущество на поле боя, но еще больше придать агрессивности Москве. Это уже подорвало цель подтолкнуть Россию к столу переговоров, поскольку теперь Кремль считает, что может пережить волю Запада. Если в начале 2024 года не будут приняты четкие обязательства, решимость Кремля будет только укрепляться, пишет Джек Ватлинг. То, что Соединенные Штаты и Европа будут делать в течение следующих 6 месяцев, определит один из двух вариантов будущего. В одном из них Украина может нарастить свои силы для возобновления наступательных операций и ослабить российскую военную мощь до такой степени, что Киев сможет вступить в переговоры, имея рычаги влияния для установления прочного мира. С другой стороны, нехватка снабжения обученного персонала втянут в Украину в борьбу на истощение, которая приведет к ее истощению и возможному порабощению. Международные партнеры Украины должны понимать, что первый результат желателен не только для украинцев. Необходимо защитить международную правовую систему, согласно которой государства не меняют свои границы силой. Мобилизованная и одушевленная Россия будет представлять постоянную угрозу для НАТО, что потребует от Соединенных Штатов на неопределенный срок гарантировать сдерживание в Европе своим присутствием. Это ограничит возможности Соединенных Штатов проецировать силу в Индо-Тихоокеанском регионе и существенно увеличит опасность конфликта из-за Тайваня. Запад может выбирать, в каком направлении пойдет история, но сначала он должен признать серьезные решения, с которыми он сейчас сталкивается, и прежде всего дефицит времени. Если бы наступление украинских военных в 2023 году прошло по плану, их силы бы прорвали российскую так называемую линию Суровикина в Запорожской области, освободили бы Мелитополь, перерезав дороги, соединяющие Россию с Крымом. В сочетании с украинскими военно-морскими операциями это поставило бы Крым в сложное положение, он был бы практически в осаде. Эта цель была амбициозной, но достижимой. Основная причина неудачи заключалась в том, что украинские части, которым было поручено возглавить наступление, не смогли подготовиться должным образом. Просто не хватило времени на обучение и подготовку. В июле 2022 года Великобритания вместе с другими украинскими партнерами организовала программу Interflex для обучения украинских войск. В то время Украина отчаянно нуждалась в больших подразделений для удержания оборонительных позиций, поэтому Interflex установил программу обучения на 5 недель, отдав приоритет навыкам, жизненно важным для оборонительных операций. Этот 5-недельный режим все еще существует, но миссия фундаментально изменилась. Во время Второй мировой войны британские военные считали 22 недели минимальным временем, необходимым для подготовки солдата к пехотному бою. После этого начального периода солдаты распределялись по частям и принимали участие в коллективной подготовке уже в батальонах. Еще до мая 2023 года было очевидно,
что украинские войска недостаточно подготовлены к наступательным операциям и едва успели научиться пользоваться вновь полученной техникой. Но поскольку российские войска укрепились в оборонительной позиции, наступление нельзя было откладывать. Таким образом, основная причина провала контрнаступления Украины заключалась в том, что ее сил было слишком мало времени для подготовки этого самого наступления. Украинский персонал также имел слишком мало возможностей для коллективного обучения. Количество развернутых войск не единственное, что имеет значение в этой войне. Численность живой силы армии зависит от того, насколько хорошо координируются действия небольших подразделений, даже если они сосредоточены на обширной территории. География Украины требует особенно умелой координации, поскольку лесопосадки не позволяют подразделениям видеть друг друга. Угроза артиллерии еще больше приводит к рассредоточению, так что роты часто рассредоточены по линии фронта почти на 2 мили. Местность в Запорожской области особенно располагает к тому, чтобы командиры вели бой изолированными ротами. В этом географическом контексте необходима способность синхронизировать деятельность за пределами поля зрения каждого подразделения, чтобы подразделения могли поддерживать друг друга и использовать преимущества друг друга. Однако коллективное обучение в украинских вооруженных силах редко проходило выше уровня роты, а необходимость укомплектования новых подразделений также привела к нехватке опытных офицеров. За время войны численность действующих украинских войск увеличилась в 5 раз, при этом существенное увеличение числа подготовленных офицеров не произошло. На театре военных действий, где от украинских офицеров требуется синхронизировать широко рассредоточенные маневры с артиллерийским огнем, орбитами дронов, эффектами радиоэлектронной борьбы, нехватка полевых офицеров означает неспособность создать и руководить крупномасштабные операции. Во время наступления 2023 года украинские операции вновь велись парами рот под непосредственным руководством неукомплектованного командного пункта бригады. В результате, хотя украинским солдатам часто удавалось занять позиции противника, они сражались мужественно, им редко удавалось использовать проломы, которые они проделали, или быстро закрепить свои успехи. Вместо этого им пришлось остановиться и спланировать действия, давая российским войскам время на перезагрузку. Если украинские военные не смогут расширить масштабы своих действий, этот опыт рискует повториться. Однако для обеспечения надлежащего обучения потребуется время. Еще раз напомню, что в британской армии во время Второй мировой войны минимальное время для подготовки пехотинца было 22 недели. Та программа, которая была использована в 2022 году, в начале 2023 года в Украине, требовала всего лишь 5 недель для подготовки пехотинца. Как мы с вами видим, разница между 22 неделями и 5 неделями огромная. Реформы в подготовке украинской армии необходимы для более эффективных наступательных операций. Однако улучшение подготовки не уменьшит потребность Киева в военной технике. Украинские военные, скорее всего, столкнутся с значительной нехваткой техники в следующем году. В разгар наступления 2023 года Украина производила до 7 тысяч артиллерийских выстрелов в день, что составляло до 80% боевых потерь России. Однако к концу 2023 года украинские силы производили около 2 тысяч выстрелов в день. Тем временем артиллерийский потенциал России изменился. Российские войска теперь производят около 10 тысяч выстрелов в день. Если Украина снова не сможет создать локализованные условия артиллерийского превосходства, любые новые наступательные операции приведут к непоправимым потерям украинских войск. Действительно, без достижения таких областей локализованного артиллерийского превосходства Украине будет очень сложно сдерживать российские атаки. В настоящее время Россия размещает около 340 тысяч военнослужащих на юге Украины. На протяжении большей части войны наступательный потенциал этих войск был ограничен логистическими трудностями. Но России также мешал высокий уровень потерь, нанесенных ей Украиной, до 1000 убитых и раненых в день в самые тяжелые периоды боевых действий. Столь большое количество жертв вынудило Россию отправить на передовую линию недостаточно обученный персонал. Хотя это не помешало Москве предпринять наступательные операции, но ограничило их эффективность. Вызов для Украины заключается в том, что даже сохраняя оборонительную позицию, она должна проводить локальные наступления. Если Россия понесет меньшие потери, возможности ее сил на местах улучшатся. Уменьшение давления на линии фронта дало бы России другие преимущества.
Москва сможет перенаправить опытные войска на подготовку новобранцев, что потенциально позволит ей открыть новые направления наступления во второй половине 2024 года. Российские силы также могут сконцентрироваться на секторах, где они смогут создать более благоприятную геометрию поля боя и нанести Украине более тяжелые потери. Если Украина оставит большие участки фронта в покое, российские войска, возможно, смогут значительно расширить свои укрепления, что затруднит проведение любых будущих украинских наступательных операций. Даже несмотря на то, что украинские военные занимают оборонительную позицию, они должны стремиться максимизировать темпы истощения российской армии. Крайне важно, чтобы Киев и его партнер установили реалистичное общее понимание того, какие материальные средства обучения могут быть предоставлены и когда. За последние 2 года западные союзники Киева растратили имевшиеся у них временные преимущества, растратив большую часть 2022-2023 годов, купаясь в эйфории от первых неудач России, воображая, что они смогут избежать затяжного конфликта. Вместо того, чтобы стремиться расширить промышленный потенциал в странах-членах НАТО, друзья Киева в основном закупали боеприпасы из национальных запасов и на международном рынке направляли их в Украину. Сейчас эти запасы боеприпасов подходят к концу. Для дальнейшего достижения локализованного артиллерийского превосходства Украине потребуется около 2,4 миллиона выстрелов в год. Но международным партнерам Украины, в том числе Соединенным Штатам, будет сложно обеспечить половину даже этого объема в 2024 году. Наибольшее внимание привлекает нехватка артиллерийских снарядов в Украине. Новые ресурсные ограничения в коем случае не ограничиваются боеприпасами. Чтобы восстановить наступательный потенциал и защититься от атак России, Украине потребуется примерно 1800 сменных артиллерийских стволов в год. Вот сейчас то, что имеется в Европе, не может удовлетворить этот спрос, потому что для производства артиллерийских стволов необходимо специальное оборудование, а в Европе его просто мало. Многочисленные автопарки, подаренные Киеву за последние 2 года, тоже нуждаются в надежном снабжении запасными частями. Постоянной потребностью также будут перехватчики ПВО. Сейчас Россия производит более 1000 крылатых и баллистических ракет и 300 ударных дронов в месяц. Чтобы сдержать ущерб от этого оружия, Украине потребуется пополнение запасов западных систем ПВО. Если западные страны не увеличат свои мощности производства этих систем, Россия держит верх. Президент Украины Владимир Зеленский, опасаясь, что поддержка США прекратится с предстоящими президентскими выборами, заявил, что все украинские территории, оккупированные Россией, должны быть освобождены к октябрю 2024 года, то есть до проведения выборов в нашей стране. Это недостижимо, учитывая материальные средства, имеющиеся у Украины, или время, в течение которого военным необходимо правильно обучать свои войска. Но для западных союзников Киева неразумно требовать, чтобы украинские генералы разработали детальный долгосрочный план, прежде чем возьмут на себя обязательство предложить новую поддержку. Не будучи уверены в том, на какое оборудование могут рассчитывать, украинские военные лидеры не могут определить, какие операции они могут проводить и когда. Короче говоря, подготовка к следующему этапу войны превратилась в проблему курицы и яйца между Киевом и Вашингтоном. Реалистичный план предполагает предоставление Киеву ресурсов для поддержания оборонительной позиции на протяжении большей части 2024 года, в то время как подразделения будут обучены и оснащены для проведения наступательных операций уже в 2025 году. Помимо уверенности, которую этот план дает украинским генералам, он также будет сигнализировать Кремлю, что он не сможет рассчитывать на победе в многолетней войне на истощение против Украины. Обязательство США поддержать Украину до 2024 года также сместит стимулы европейских союзников в стороны более гибких инвестиций, наращивания потенциала их вооруженной оружейной промышленности, что снизит нагрузку на Соединенные Штаты до 2025 года. Западные лидеры должны подчеркнуть, что долгосрочные инвестиции и производственные мощности не только доступны, но в конечном итоге приносят пользу союзникам Украины. Общие оборонные бюджеты 54 стран, поддерживающих Украину, значительно превышают 100 миллиардов долларов в месяц. Напротив, текущая поддержка Украины обходится этим государствам менее чем 6 миллиардов долларов в месяц. Самые большие препятствия на пути к тому, чтобы Украина не проиграла войну, являются даже не военными, а политическими. Финансирование Украины часто преподносится просто как предоставление денег Киеву.
Однако это глубокое заблуждение. Большая часть помощи, которая понадобится Украине, представляет собой инвестицию партнеров в собственное оборонное производство и будет потрачена внутри страны. Значительная часть помощи Украине в конечном итоге будет возмещена получателем в виде налогов, одновременно увеличивая рабочие места промышленности в странах-членах НАТО. Во времена экономического кризиса такие инвестиции должны широко приветствоваться в общественных странах, поддерживающих Киев. Но для этого они должны получить убедительную информацию о том, что реально происходит. Также часто высказывалось мнение, что поддержка США Украины осуществляется за счет готовности американских военных сдерживать Китай. Но если Китай увидит, что Соединенные Штаты не способны поддерживать военные усилия, будь то в Европе или Азии, сдерживание будет подорвано. Поэтому расширение производства для удовлетворения потребностей Украины имеет жизненно важное значение сейчас и тем более завтра. У Соединенных Штатов есть договорное обязательство встать на защиту своих европейских союзников. Пятая статья Устава НАТО. Оборонное производство Европы не соответствует российскому, особенно с учетом того, что Россия перешла на военную позицию. Со временем лидеры США должны подтолкнуть Европу к уменьшению своей зависимости от Соединенных Штатов, чтобы американские военные могли сделать приоритетом сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе. Но это должен быть управляемый период. Если этот период произойдет ценой поражения Украины, Соединенным Штатам придется поддерживать Европу, не способную защитить свой восточный фланг, в то время как Китай одновременно будет нагнетать напряженность в Тайваньском проливе и вполне возможно решиться на агрессию против этого островного государства. Некоторые лидеры западных столиц теперь утверждают, что пришло время договориться о прекращении войны в Украине. Однако этот образ мышления упускает из виду масштабы целей России и то, что Кремль реально может предложить. Москва не заинтересована в простом захвате части украинской территории. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что он хочет изменить логику международной системы. Соединенные Штаты попросят своих партнеров пойти на уступки России, чтобы добиться, по сути, символического прекращения огня, вероятно, произойдут две вещи. Во-первых, Россия будет упорно нарушать режим прекращения огня, как она это делала в всех вариантах Минских соглашений 2015 года, одновременно восстанавливая свою армию, чтобы завершить задачу по оккупации Киева. Во-вторых, Россия будет доказывать своим союзникам, что Соединенные Штаты можно победить, если проявить настойчивость. Это, вероятно, заставит многих партнеров США по безопасности искать страховой полис, снижающий влияние Соединенных Штатов во всем мире. Россия не хочет прямого конфликта с НАТО, во всяком случае, пока не хочет. Но Кремль все чаще стремится расширить масштабы своей непрямой конфронтации с Западом. С тех пор, как Евгений Пригожин остановил свой мятеж в июне 2023 года, Россия лишь удвоила свои амбиции конкурировать с Западом в глобальном масштабе. Фактически неудавшийся мятеж Пригожина, возможно, и способствовал развитию таких амбиций. Остатки его сил теперь реорганизованы в так называемый экспедиционный корпус под прямым контролем ГРУ российской военной разведки. С лета 2023 года Россия активно взаимодействует с правительствами Западной и Центральной Африки, обещая им военную поддержку в обмен на изгнание западных сил и экономических интересов. Соединенные Штаты, их европейские союзники стоят перед выбором. Они могут либо разработать немедленный план по усилению обучения, который не предоставляет украинским военным, разъяснить своему населению и Украине, что крайний срок освобождения территории, назначенный октябрь 2024 года, должен быть продлен, и гарантировать потребности Украины в материальных средствах до 2025 года как минимум. Или они могут продолжать ложно полагать, что война зашла в тупик, колеблясь и уступая преимущество России. Причем не только на поле боя в Украине, а по сути в Европе и во всем мире. Это было бы ужасной ошибкой. Помимо расширения партнерства в Африке, Россия укрепляет сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей. И если поражение в Украине в конечном итоге продемонстрирует, что Запад не может противостоять ни одному вызову мировой архитектуре безопасности, его противники вряд ли поверят, что он сможет справиться с несколькими кризисами одновременно. Вот что написал в своей аналитической статье один из ведущих сотрудников Британского мозгового центра вооруженных сил Руси Джек Ватлинг. И у нас после перерыва будет возможность с вами встретиться и обсудить. Во всяком случае, из того, что я читал до последнего времени, это самый взвешенный аналитический доклад, где
и нет места для паники, но в то же время есть серьезное предостережение и нам, Соединенным Штатам, и европейским партнерам нашей страны в том, что если они будут продолжать, то есть мы будем продолжать такую странную позицию, которую мы занимаем до сих пор, то тогда, ну тогда произойдет то, о чем пишет Джек Ватлинг. И может быть не только это. Я напомню, что совсем недавно я вас ознакомил с аналитическим отчетом немецкого совета по международной политике, где эксперты этого совета говорили о том, что, по-видимому, где-то в временном промежутке 5, максимум 10 лет Германию ждет прямая конфронтация с Россией. Если мы посмотрим с вами на карту, то мы с вами можем себе понять, что нигде Россия с Германией не граничит. Это означает, что для того, чтобы атаковать Германию, российской армии надо пройти как минимум не только Украину, но еще и Польшу. И сам факт того, что немецкие военные эксперты предполагают, что такое возможно, естественно, что если война начнется на польской территории, подключится и НАТО, это означает, что немецкие военные эксперты полагают, что в итоге военное преимущество будет на стороне Российской Федерации, и она сможет перенести войну на территорию Германии. Правда, это может занять от 5 до 10 лет, но тем не менее, такой вариант развития событий в Европе немецкие военные эксперты считают вероятным. И, на мой взгляд, это очень тревожно. Понимает ли это в столицах европейских стран, понимает ли у нас это в Вашингтоне? Вот это для меня очень большой вопрос. На этом, дорогие друзья, мы прервемся. У вас будет время в течение нашего перерыва собраться с мыслями. Встретимся с вами после перерыва.